пойти в профессии по стопам родителей или открыть для себя что-то совершенно новое. К счастью, вот этот непростой выбор сейчас можно сделать заранее. Именно с этой целью Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж проводит дни открытых дверей. Познакомиться с профессиями пришли больше сотни учеников 8 и 9 классов. Экскурсию по обновленным аудиториям и мастерским для них проводят студенты-амбассадоры федеральной программы «Профессионалитет». Именно благодаря программе и титановому производству колледж сделал решительный шаг в инновационное обучение. В этом году мы реализуем новое направление строительства и эксплуатации зданий и сооружений. С 2024 года у нас стартует новая специальность – это аддитивное производство. Материальная база у нас полностью готова к эксплуатации, поэтому ждем. Мастерская аддитивных технологий – это про профессию будущего. Причем получить ее можно, не уезжая из города. Подобным прогрессивным оборудованием, кроме нас, может похвастаться лишь пара учебных заведений и Екатеринбурга. Вот это рабочее место студента. У него есть, значит, комплект из двух мониторов и системного блока, также 3D-принтер и вот такой ручной 3D-сканер. На корпорацию ВСМПО ВИСА у нас же есть еще пик перспектива, и мы в прошлом году, у нас была одна группа, которую мы изучали, как обучали как раз по направлению аддитивное производство, и корпорация, очень много ребят взяли они на практику. Производству также необходимы и классные сварщики, электрики, фрезеровщики, операторы станков с числовым программным управлением всех мастей. Идем в мастерскую мехобработки, где появились новые станки, максимально дублирующие оборудование в цехах ВСМПО. Под впечатлением как дети, так и родители осталось только познакомиться с учебными программами, выбрать направление для сына, то, что ему больше по душе подойдет. Сейчас пройдем, посмотрим. Давно здесь не был. Сами здесь учились и сыну тоже советуете? Да, 20 с лишним лет назад тут выпускался, да. Теперь сына привел. Такая вот смена поколений. А двери авиаметаллургического колледжа всегда открыты для тех, кто готов осваивать современные и востребованные профессии. Ксения Соловьева, Даниил Черных. Новости ВСМПО «Ависма».